Если субботник похож на тусовку, значит, убирается молодежь. Даже обычный процесс подметания студенты превращают в зажигательный танец. Стильно, модно, молодежно. Участвовать в субботниках среди студентов становится все престижнее и веселее. Чтобы превратить обычную уборку в интересное событие, в Самарском доме молодежи придумывают викторины, конкурсы и необычные форматы субботников. Акции «Чистый город» стартуют на улице Старозагора. Студенты отложили на время свои важные дела по дипломам и курсовым работам и взялись за лопаты, грабли и метлы. В фольклоре и литературе метле приписывают магические свойства. Например, Баба-Яга с помощью нее летала на ступе. А в небезызвестном произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» главная героиня также по ночам летала на метле. Но мы о волшебных свойствах этого инструмента рассуждать не будем, а просто поработаем. Для некоторых эти инструменты настолько непривычны, что преподавателям приходится давать небольшой мастер-класс. Так, понятно? Всем понятно, а кто-нибудь один за веник сходится. Вот, видите, как? Вот и кучка. Другие и сами могут рассказать, как работать быстро и эффективно. Аккуратно надо работать, чисто. Время можно потратить на это. Просто надо хотеть убираться. Кто не хочет, никогда не уберется. Первые по-настоящему весенние лучи солнца, хорошее настроение и зажигательная музыка – залог отличной работы. Самарский дом молодежи проводит акцию «Чистый город» не первый год. В этот раз начали с улицы Старозагора. Свой юбилейный год она должна превратиться в образец благоустройства и уюта. Разумеется, есть коммунальные службы, есть благоустройство, которое убирает город. Но здесь, кроме самого факта помощи благоустройства, еще очень важные воспитательные функции. По той простой причине, что редкий молодой человек после того, как сам лично своими руками приведет в порядок те места, в которых он отдыхает, будет там потом солить. О своем участии в акции заявили уже 20 среднеучебных заведений и 15 высших. Это практически вся студенческая молодежь. В этом году акции проходят на 9 площадках города. Следующий пункт – сквер «Родина». Места для уборки выбирают те, где отдыхают сами. Гулять, совершать утренние пробежки и подтягиваться на турниках куда приятнее там, где чисто. И ты к этому имеешь самое прямое отношение. Если фитнесом называть любые полезные физические упражнения, то в апрельскую генеральную уборку фитнес овладевает буквально всеми самарцами. Нагрузка на все группы мышц обеспечена, калории сжигаются. Теперь главное получать удовольствие от уборки, как от настоящей спортивной тренировки. Пыхтишь, потеешь, зато точно знаешь, что все эти муки для пользы тела. И для пользы дела, конечно же, чистый, красивый сквер – все же основная цель такой тренировки. Как и любые спортивные занятия, начинать фитнес-субботник нужно с разминки. Кисти обеих рук обязательно в одну сторону и в другую разминаем. Дальше переходим к локтям. И только потом можно набрасываться на спортивные снаряды. Каждый из них развивает определенную группу мышц, уверяют фитнес-тренеры. На просторах интернета можно даже шпаргалки найти. Если коротко, грабли качают спину, а лопата – бицепс. Мышцы – бицепс, извини. Руки забиваются, ноги. Опыт появляется больше. Пасмурные мысли отошли от зимы, а встретили весну с хорошим настроением. Лето скоро. Все хорошо будет. Остается приправить субботник энтузиазмом и юношеским задором, что молодые люди и сделали. Тем более все остальное, необходимое для тренировки, выдали организаторы акции «Чистый город» – Самарский дом молодежи. Перчатки все выдали, грабли. Легко, как говорится, одеться надо. Погода позволяет. Форму какую-нибудь выдали бы спортивную. Желательно. Работаем, мышцы все работают. На природе, свежий воздух. Добавили субботнику соревновательный момент, и обычная уборка превратилась в чемпионат чистоты. Все студенты разделились на команды. Каждая из них получила территорию, которую нужно убрать быстро и качественно. Волонтер-судья, представленный команде, оценивает работу по нескольким параметрам. Я не буду предвзято, чтобы записывать свои девочки, значит, я буду им хорошие отметки ставить. Нет, все по-честному. Внести свой вклад в чистоту города берутся не только студенты. Офисные сотрудники тоже выходят на улицу с непривычными для них инструментами. Прямо в разгар рабочего дня. И начальство не против. Оно тут же, рядом, наводит порядок на газоне.
Дебет с кредитом сходятся сегодня самостоятельно. Бухгалтер Людмила Павлова сбежала от цифр на улицу. С пользой дела и голову проветрить, и мусор убрать. Призыв на уборку среди офисных сотрудников оказался как нельзя кстати. Действительно, уже эти цифры, компьютер, вот это все. А здесь все-таки на свежем воздухе. Как? Но мы не просто стоим, мы действительно работаем. Финансисты, инженеры, специалисты – все сменили свои рабочие кабинеты на просторы городских улиц. Первый официальный средник в этом году. Муниципальные предприятия города все присоединились к среднику. То есть там распределяются, ну, люди делятся там на часть народу работает, часть людей идет на средник. А управляющие компании все проводят средники и субботники. Так что можете проехать в любой район города и увидите, что там люди работают. Присоединиться к уборке может любой желающий. Если видите, во дворе наводят чистоту, смело переодевайтесь в рабочую одежду и спрашивайте инструмент. Для активных самарцев в управляющих компаниях заготовлены мешки, перчатки, веники, лопаты и грабли. Привычному инструменту граблям на самом деле более сотни лет. Кстати, раньше граблями называли любой предмет, который может что-то цеплять. Будь то рука человека или деревянная ложка. Сейчас это незаменимый инструмент в уборке газонов и территорий. И альтернативы в этом плане, кстати, еще не придумали. На помощь энтузиастам приходят профессионалы, дворники, трактористы и водители самосвалов. Мусор, что собрали во время уборки, они отправляют на полигон. Мусор вывозится однозначно сразу, максимум в течение рабочего дня. Утром мы проходим, собираем, в обед или до конца рабочего дня мы его весь вывозим. Мусора у нас не останется. Первый общегородской субботник «Гагаринский» в этом году пройдет 16 апреля. Как по заказу, прогноз синоптиков – солнечно и даже по-летнему тепло до 20 градусов. А самым первым в истории Самары субботником, зафиксированным в документах, можно считать праздник «День древонасаждения» в поселке Зубчининовка, считает краевед Михаил Перепелкин. Сам поселок был разбит железнодорожниками. Это были люди образованные, сторонники учения Льва Толстого. И именно они устроили такой праздник, когда все вышли и сажали на каждой улице деревья одной определенной породы. Так личным примером купцы показывали народу, как содержать город в чистоте и порядке. Самарские купцы, да, и не только купцы, которые сажали эти самые деревья. Это было удивительно. Деревья, посаженные купцом Анаевым около так называемой европейской гостиницы, ходили смотреть как на нечто невероятное. Человек посадил аллею из деревьев. Деревьев в городе не было. Ну, нет канализации, нет водопровода. Откуда взяться деревьям? Город утопал в пыли, в песке. Поэтому вот таким вот воспитанием занимались и до революции. Называлось это субботники там или не называлось это субботники. Но мне это слово не встречалось. Но сам прецедент уборки там коллективной или каждый у своего двора, или купец убирает территорию, за которую он как бы несет ответственность, там нанимает кого-то, чтобы убрали эту территорию. Такое, конечно, и до революции было. Сейчас генеральная уборка города – это не просто день, когда все вышли на улицу навести порядок. Это целый комплекс мероприятий. Он растягивается на месяц, отчего и получил название «месячник по благоустройству». И вовлекает в себя и жителей, и целые организации, которые профессионально отвечают за чистоту и порядок в городе. Сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб эти люди не могут. Зато починить эту самую флейту запросто. Воронку трубы на 7-м доме по улице Гагарина повредила зимой глыба льда. Ремонт ее для профессионалов особого труда не составляет. Тем более, что менять всю трубу нет необходимости, как в конструкторе. Убрали поврежденный элемент и поставили новый. Дешево и сердито, говорят коммунальщики. У нас отработана система, то есть у нас всегда на складе есть необходимые вещи, как расходники, да, то есть и по слесарным мероприятиям, и по электрическим вещам, то есть и по УОР, то есть вот такие вот там мелочи, трубы там и так далее. Лучше помаленьку убирать, чем потом вязнуть, скажем так, в большой глубокой работе. Надо все вовремя и своевременно делать. Если вовремя не починить водосточную трубу, дождь может смыть дом, в буквальном смысле. Вода потечет по фасаду, постепенно его размывая. Таит в себе опасность и поврежденный цоколь фасада, как в 11-м доме на Гагарина.
От времени у дома отвалилась облицовка, и из-за этого между кирпичами образуются довольно широкие щели. Их нужно срочно заделать, иначе в щели попадет вода, и фундамент может разрушиться. Спасение дома сейчас в руках рабочих управляющей компании. Они заделывают все дыры в цоколе, до которых зимой было не дотянуться. Большая генеральная уборка затронула все дома города. Коммунальщики наводят лоск не только на фасадах зданий, но и полностью избавляют от хлама чердаки и подвалы. У городских тротуаров начались СПА-процедуры. Сначала освежающий душ, затем очищающий массаж щетками, которые полируют асфальт до блеска. Специальная миниатюрная техника делает это максимально аккуратно, но настойчиво. Благодаря своим размерам машины пройдут даже по узкой дорожке. А вот проезжая часть пока только готовится к банным процедурам. Рабочие убирают крупный мусор, а затем по краю дороги обязательно проходит пылесос. В период весны, когда снег ставит, пыль оседает на дорогу. Если ее вовремя не убрать, то она ссыхается и получается практически состояние камня, которого очень трудно отодрать. И практически в период весь летний период начинает пылить. Это на астматиков действует, это также на внешний вид города, то есть это запыленность машин, фасадов зданий, обуви, по крайней мере, одежды людей. Убрать пыль нужно, пока в городе еще прохладно, чтобы в жару дышать было легче и свободнее. Чтобы пыль именно убиралась, а не поднималась в воздух, на щетках есть специальные форсунки, откуда поступает вода. Пыль мокнет и уже влажная поступает в накопительный бункер. В этом году вакуумные машины вышли на дороги раньше обычного. Часть их переоборудовали, потому что они универсальные. Зимой их использовали для уборки снега. Теперь спецмашины убирают пыль. Пропылесосить предстоит 700 улиц. Темпы наращивают каждый день. Днем работают 17 пылесосов, ночью 10. Предприятия, у которых нет современных пылесосов, используют другую технологию, чтобы избавить пешеходов от клубов пыли во время уборки. Передвижной локальный дождь идет по улице Крайней. Поливальная машина маленьким напором воды сбрызгивает дорогу, чтобы прибить пыль. За ней идет трактор, который направленным движением щетки сбивает получившуюся грязь к бордюру. Рабочим остается только лопатами сформировать аккуратные кучки и отправить их в ковш погрузчика. Такая отлаженная система позволяет собрать всю пыль, не подняв ее в воздух, и ускорить процесс уборки. Подметенные и вычищенные от мусора и пыли улицы начинают мыть специальным шампунем. Приводят в порядок и пешеходные ограждения. Первым делом их отмывают обычной водой от грязи и копоти. Струя подается под таким сильным напором, что работать приходится в специальных непромокаемых костюмах. Иначе рабочие промокнут до нитки. Потом ограждения зачищают от ржавчины и красят. Дорога, вообще говоря, это элемент повышенной опасности, допуск для работы только после проведения инструктажа. И в данном случае, чтобы работать на дороге, сотрудники должны быть соответствующей экипировки, световозвращающие жилеты, необходимые дорожные знаки и так далее. Самостоятельно не рекомендуется выходить жителям на дорогу. В принципе, это даже является нарушением правил дорожного движения. Всего под кисть коммунальных художников попадет 45 тысяч километров пешеходных ограждений. Причем в каждом районе у ограждений будет свой цвет. В Октябрьском – светло-голубой, в Промышленном – бирюзовый, а в Куйбышевском – цвет дыни. Цвет для каждого района определил главный архитектор города. Полностью преобразить Самару планирует к майским праздникам. Занимается городом, потому что лучше бы люди, конечно, не бросали зимой, потому что это совершенно... Ну, какое-то безобразие полное, когда все это вылезает из-под снега. Экологическая культура совершенно занимается на нуле. Городом, но сейчас, да. Конечно, занимаются городом, что очень приятно. И наши отношения самые положительные. Но и сами жители не должны оставаться в стороне. О необходимости помочь службам ЖКХ и благоустройства и бережнее относиться к городу напоминает и губернатор Николай Меркушкин. В пример он приводит Швецию, где есть целый микрорайон, за которым ухаживают жители. 16 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник. Всех неравнодушных самарцев призывают выйти во дворы, парки, скверы. Наведем порядок в городе. Вместе.